Так, вот, аккуратненько, вот кочечки, вот я, как бы я аккуратненько, и кочечки, это нельзя, так не бывает. Ох. Начнем знакомство. Я Карина, по ту сторону кадра Стас, а это река Немда. Красотка длиной 162 километра. Именно в советском районе Кировской области она обнажает известняковую толщу. Да, в 2 часах езды от Кирова можно посмотреть на приветы сотен миллионов лет назад. Так, поехали. 7 километров от Советского у деревни Зараменье Немда делает излучину. Благодаря ей мы можем увидеть известняковый массив в виде обрывистой стены. В народе этот карстовый грот называют просто «чертова печь». Еще можно услышать название «Зараменская пещера». Ее создала вода, которая пробила толщу известняка, и вуаля. Будь у меня мешочек со смелостью, то через ту узенькую дырочку можно попасть в полость, где можно встать в полный рост. Километра от деревни Фокино, добро пожаловать в Бересняцкий комплекс. Если идти вперед, а потом внезапно услышать звук воды не слева, где речка, а справа, значит, вы пришли к нему, Бересняцкому водопаду высотой 25 метров. Теперь можно рассказывать всем, что провели уикенд у водопада, не уточняя какого. Посмотрели на водопад, спускаемся, поднимаемся снова, оказываемся в холодильнике. Так называют расщелину между водопадом и утесом. Вот, об утесе. В его образовании главную роль сыграли илистые отложения. В 1969 году этого 30-метрового красавца взрывали для того, чтобы использовать камень для строительных работ. Боюсь ошибиться, но вот эта часть, куда я помещаюсь во весь рост, те самые последствия. Что могло пойти не так, когда мы забрались на все скалы? Прошли тучу всяких вот этих вот камушков, вот этих вот айпады. Правильно, пошел дождик, 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 дождик. Ниже бывшей деревни Камень – Чумбулацкий комплекс. Километровый скальный массив Камень. Самый известный здесь – 8-метровый известняковый столб часовой. Такой одинокий и такой обточенный ветром и водой.
Если подняться чуть подальше и немного повизжать, то встретитесь с ним, суровым мужским лицом. Это он, Чимбулат, говорят, стоит на страже этих земель. Финал на самой лучшей смотровой площадке Кировской области, из тех, которые мы видели. За несколько часов могу с уверенностью сказать, ношу звание мастер спорта по визгу, как от страха, так и от красоты вокруг. Стас говорит, если завтра в Киров прилетят пришельцы с бюджетом 1500 рублей и попросят показать самое красивое место области, но недалеко он приведет их сюда, они вдохновятся и увезут показывать ему свои. Ладно, теперь серьезно. Ой, у нас кончаются кадры, но не заканчивается оно, желание поднимать головы и открывать красоту вокруг, ведь она, как оказывается, так близко. Стас, ты же говорил, что кончаются.